дорогие земляки, чуваши, которые приехали со всех уголков нашей необъятной страны и из других стран. Ну и, конечно же, наши гости, гости Агатуи, которые сегодня прибыли в парк Сокольники города Москвы. Я от всей души благодарю правительство Москвы, Сергея Семеновича лично и его команду за возможность сегодня здесь представить нашу национальную культуру, песни, танцы, кухни, обряды, сувенирную продукцию. Сегодня в столице нашей Родины, городе-герое Москве, проходит национальный, традиционный чувашский праздник земледелия Агадуй. Чуваши, живущие в Москве, приехавшие из Чувашской республики, а также из других регионов, все едины, все вместе с российским народом. С праздником! Яджибе. Праздником, дорогие друзья! Наше дело правое, победа будет за нами. Малаланджак! Уяв яджибе! Москвичи, выходцы с постсоветского пространства. Так здорово, что сегодня всех нас в этом прекрасном парке Сокольники объединил этот чувашский праздник Агадуй. С праздником! И еще раз, уяви джебе! Сегодня чудесный день. День, который объединил на этой замечательной площадке и самых ярких представителей нашей республики, которыми гордится Чувашия.